Привет, друзья! В нашем автосалоне пополнение. В этот раз это Nissan X-Trail с дизельным двухлитровым мотором. Машина 2008 года выпуска, ну, как я уже сказал, дизель, 2 литра, 150 лошадиных сил. Здесь полный привод и автоматическая коробка передач. Пробег в данный момент 73 тысячи километров. Машину собрали в Японии, продали в России через дилерскую сеть. За все время был только один хозяин, и ПТС-ка здесь оригинальная. Машину привезли к нам в Новосибирск из Московской области. Здесь стоит зимняя резина, сигнализация есть штатная. И стоимость этого X-Trail'а 950 тысяч рублей. Именно по этому дизельному X-Trail'у мы снимали подробный видеообзор. Он есть на канале Первый Видеоавторынок на YouTube. Также ищите нас в Instagram. И объявление по этой машине ищите на сайте vam1.ru. Это наш официальный сайт. Спасибо за внимание и всем пока!